Україна організувала перший евакуаційний рейс з Ізраїлю. Літак з аеропорту Бен-Гуріон вилетить до Румунії у суботу. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Мова про 200 квитків за довоєнною ціною, зазначив дипломат. Ще один рейс планують на неділю. Загальна кількість українців, які звернулися до посольства з проханням допомогти їм з евакуацією, становить близько 1000 осіб. Із сектору Газа людей вивозитимуть через Єгипет. За останньою офіційною інформацією, кількість загиблих українців в Ізраїлі сягнула 7. Загальна кількість жертв серед ізраїльтян унаслідок атаки Хамасу на тепер становить близько 1300 осіб. Ще понад 3000 людей отримали поранення. Водночас серед палестинців загиблих уже понад 1300. У Цахалі ж зазначили про ліквідацію високопосадовця Хамасу, а в уряді додали, поки угруповання не поверне всіх ізраїльських заручників, країна не подаватиме сектору Газа ані води, ані електроенергії, ані палива. Насамкінець президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, його країна готується до, цитую, затяжної кампанії проти Хамасу. І про останню інформацію, яка там ситуація в Ізраїлі на даний момент, дізнаємося від військового експерта Сергія Ауслендера. Він з нами на прямому зв'язку. Сергію, вітаю тебе. Тож, якою є оперативна ситуація? Що відбувається? Да, привіт, Іра. Зараз, в даний момент, так, по порядку, в общем, у меня в голове сумбур сейчас такой, мало спим в последнее время. Значит, первое, на юге продолжается еще до сих пор зачистка, потому что, ну, судя по всему, проникло очень большое количество террористов, и какое-то количество из них до сих пор может находиться на израильской территории. То есть им удалось рассредоточиться по такой довольно большой площади, и сейчас там их до сих пор еще ищут, до сих пор находят. Продолжаются там попытки прорыва через границу и по морю, и по суше, но как бы армия уже вот все взяла границу под контроль, и все эти попытки отражаются. Там никто никого в плен не берет, террористы уничтожаются на месте. В Газе идет сейчас воздушный этап операции. Ну вот, собственно, на картинке хорошо видно, как он проходит. Армия сейчас там уничтожает все буквально, что имеет отношение к Хамасу. Речь не идет только о военной инфраструктуре, потому что в Газе все имеет отношение к Хамасу. Банки, через которые Хамас получал деньги, там, не знаю, бензоколонки, на которых он там заправлялся там, свои автомобили. Ну, буквально все, только больницы пока не трогают. Хотя все знают, что под госпиталем Шифа, это вот главный госпиталь Газа, находится главный бункер Хамаса, где сейчас вот его прячется военное руководство, там их командный центр, но больницы не трогаем пока. Пока во всяком случае, ну, в общем, обычно этого и не происходит, но сейчас речь идет о том, что бомбардировки имеют какой-то совершенно беспрецедентный характер, абсолютно. Вот, сбрасывают листовки, периодически армия там обозначает гуманитарные коридоры, по которым мирные жители могут выйти к границе с Египтом. Египет их к себе не пускает. К вопросу там о солидарности в арабском мире и все такое прочее. На севере ситуация стабильно напряженная. Там постоянно идут такие провокации со стороны Хизбаллы. Но она как бы вот так вот, вот такие укольчики делает. Да, там звучат тревоги, периодически обстрелы ракетные. Хизбалла то берет на себя ответственность, то не берет. Но очевидно, что это такая война нервов. То есть они как бы нас то ли провоцируют на мощный удар по Ливану, чтобы вот получить казус белли, повод к войне, то ли вот просто держат в тонусе, что называется, чтобы таким образом оттягивать на себя внимание. Но отчасти, опять же, успокаивает вот заявление администрации Белого дома, которая сказала совершенно отчетно, ну, в смысле, Байден это сказал, что любая третья сторона, которая вмешается в конфликт Израиля и Хамаса в войну, будет иметь дело уже не с Израилем, а с американцами. Ну и в качестве, так сказать, доказательства это атомный авианосец Джеральд Форд, который уже вошел вот в район выполнения боевой задачи, то есть его самолеты уже могут работать там по целям в Ливане, в Сирии, неважно где. И к нему сейчас идет второй авианосец Эйзенхауэр, то есть образуется вот эта так называемая авианосная ударная группировка, колоссальная совершенно мощь. Я напомню, что во время войны в заливе, первой, в 91 году, американцы свели вместе 3 авианосца. Там масштабы войны были намного больше. Обстрелы продолжаются тоже израильских городов. Очень сильно достается южным городам. Это Ашкелон,
Сдерот, Ашдот. Ну, вот сейчас, собственно, опять же, на картинке видно. Разрушения довольно серьезные. Железный купол работает, и работает хорошо, но и ракет у них очень много. Такие обстрелы реально массированные очень. Я таких не помню, если честно. Вот когда в залпе там по 300, иногда по 400 ракет они выпускают. Вот армия, конечно, обрабатывает все места пусков, но все равно пока вот сбить интенсивность обстрелов не получается. Внутри Израиля продолжается процесс опознания тел, их очень много, погибших. Ну, Израиль никогда не сталкивался с таким количеством погибших одномоментно. Вот были сняты все вот эти религиозные ограничения, разрешили проводить опознание тел в субботу. Такого никогда не было, даже во время войны судного дня. Авиакомпания «Эляль», это вот национальный авиаперевозчик, получила разрешение летать в субботу. Хотя тоже отродясь не летал в субботу, потому что надо вывозить отсюда иностранцев и к нам везти сюда резервистов. В обществе наблюдается такое очень сильное сплочение. Это не призывные пункты, у нас нет призывных пунктов. У нас резервист, получив вот этот так называемый приказ номер 8, ЦАПШМОН, идет сразу в свою часть. И там во многих частях и подразделениях такой перекомплект личного состава, то есть призвали 100%, пришло 150%. И даже из-за этого начались проблемы некоторые со снаряжением. Потому что не хранится 200% от необходимого на базе, да, хранится 100% плюс там немножко. И вот сейчас там американцы нам самолетами перебрасывают каски с бронежилетами. Армия развертывается по нормам военного времени. Сейчас вот в Кнессете официально огласили состояние войны. Мы находимся в состоянии войны впервые с 1973 года. Решение о наземной операции не принято пока, во всяком случае не оглашено, но она уже неизбежна буквально. Вчера, когда вот было образовано правительство чрезвычайного положения, три его основных руководителя, это Нетаньяху, премьер-министр Галант, министр обороны и Ганс, который вошел в это правительство, он из оппозиции, они все трое сказали одну фразу. Хамас будет уничтожен. И сегодня то же самое повторил начальник генерального штаба. Он взял на себя ответственность за провал этой субботы. Он сказал, что мы не справились, но мы все восстановим. И мы найдем всех, кто это совершил. Сергію, дякую тобі за таку докладну розповідь. І так, перегукується зараз, ти розповідав, як збираються військові. Перегукується з тим, що відбувається в Україні з 24 лютого і вже 9 років. І бережи себе і дякую за інформацію. Це був військовий експерт Сергій Ауслендер з Ізраїля про оперативну ситуацію в країні.